Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 667 из раздела «Умножение и деление рациональных чисел». Известно, что а равно 0,2, b равно 7,5. Найдем произведение а на b. Для этого 0,2 умножаем на 7,5. 0,2 – это 1/5. 7,5 – это 75/10. Производим сокращение. Делим на 5. Получаем 1. 75 делим на 5, получаем 15. 0,15. Сокращаем дальше на 5. Здесь 3, здесь на 5 – 2. 0,3 – это 1,5. Найдем произведение минус АВ. Это значит, что получится то же самое, только со знаком минус. Минус 1,5. Минус А умножить на минус Б. Получаем минус умноженное на минус нам дает плюс. Ответ такой же – 1,5. Минус А умножить на Б. Минус умножаем на плюс. В ответе минус. Минус 1,5. А умножаем на минус Б. Плюс умножаем на минус. В ответе минус. Минус 1,5. Достаточно было сосчитать. Первый пример, найти произведение этих двух чисел, а потом только отследить умножение знаков, различных знаков. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.